Как научиться принимать жизнь такой, какая она есть, принимать ту работу, которая на данный момент есть, и не испытывать гнев и раздражение от того, что происходит вообще все. Вы говорите сейчас об энергии. То есть вы говорите о том, что мне не хватает сил. Говорите. Не хватает сил, но очень много сил. Но это неправильно. То есть ситуация, когда происходит не те ситуации, которые я хочу, и энергия гнева очень сильная, раздражение не сложится. И почему, как вы смиритесь? Я понимаю, что нет смирения, нет принятия жизни. Следите за беседой сейчас, все внимательно. Как научиться принимать эти вопросы? Вы говорите о том, что вам не хватает энергии. Да, то есть есть энергия определенная, которая дает смирение, терпение. Это энергия, это вид энергии. И он берется от Бога. Потому что вы говорите о человеческой энергии. Допустим, у вас много энергии отношения с людьми строить, работать с ними, там, у вас много сил, связанных с людьми. Поменьше сил, связанных со здоровьем. Ну, то есть, много тоже, но поменьше. Ну, то есть, допустим, если у вас, вы заполнены на 80% силой строить отношения с людьми, то на 45% вы заполнены энергией, связанной с тем, чтобы быть здоровой. И всего лишь на 20% связаны с заполненной энергией, которая идет от Бога, которая дает человеку возможность преодолевать непреодолимое в себе. Молитва там все вы делаете, да? 25% сделали уже. Когда сделать 45, вам легче станет жить. Молитва, благотворительность, все делайте, копите силы на то, чтобы побеждать судьбу в этих вопросах. Копите силы, сил пока недостаточно.